Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите информационную программу «Ильичевские новости» в студии Оксана Василенко. Сегодня в нашем выпуске. На заседании исполкома, которое прошло в четверг, одним из главных был вопрос о перераспределении бюджетных назначений. Члены комиссии по вопросам промышленности, транспорта и связи на своем заседании обсудили качество обслуживания льготных категорий населения в общественном транспорте. В среду на заседании Координационного совета были подведены итоги акции «Опека и урок». Близятся к завершению электромонтажные работы, из-за которых двор домов Карла Маркса 11 и 1 мая 17 вот уже несколько недель изрыт траншеями. С пятницы 28 ноября у православных христиан начинается Рождественский пост. Ильичевские каратисты успешно выступили на чемпионате Украины по карате в составе сборной Одесской области. Об этих и других новостях вы узнаете подробнее в течение следующих 20 минут. На початку випуску ми пропонуємо до вашої уваги короткий огляд подій в Україні та світі, інформація про які отримана з мережі інтернет за допомогою інтернет-провайдера Global CityNet. У четвер у 10-й годині відкрилося перше засідання нової ради. Після складання присяги парламентарі пішли на перерву. З 12-ї засідання відновилося, де глава Верховної Ради 7-го скликання Олександр Турчинов оголосив про завершення повноважень попереднього складу парламенту і себе як спікера. Спікером нової ради став Володимир Гройсман. За відповідне рішення проголосували 359 депутатів. На першому засіданні також було обрано голову уряду. Ним вдруге став Арсеній Яценюк. За це рішення проголосував 341 народний депутат з 390 зареєстрованих в сесійній залі. Кандидатуру Яценюка за пропозицією коаліції офіційно вніс Петро Порошенко. Наступне засідання Верховної Ради відбудеться 2 грудня. Долар США і євро стали дещо дешевшими. Російський рубль також знизився у ціні. Про це повідомили у прес-службі Нацбанку України. Отже, курс у четвертаки – 100 доларів США – 1497 гривень 30 копійок, 100 євро – 1860 гривень 25 копійок, 10 російських рублів – 3 гривні 32 копійки. У зв'язку з відсутністю готівкового долара в обмінних пунктах банків активізувалися операції з іноземною валютою на чорному ринку. Прем'єр-міністр Молдови Юрій Лянке заявив, що його країна хоче зберегти нейтральний статус. «Ми в НАТО не вступимо і хочемо, щоб всі наші партнери, будь-то на Заході чи на Сході, поважали наш нейтральний статус. Це означає, що на території Молдови не повинно бути більше військової присутності. Ми за реальний нейтралітет. Навіть у сьогоднішніх реаліях ми можемо довести, що він пішов на користь суспільству», – сказав Лянке. З іншого боку, в економічному плані Лянке зазначив цілеспрямовану орієнтацію Молдови на Захід і зростання експорту в країни ЄС. «Російські санкції допомогли нам, не приховую. Ми почали інвестувати в якість, в упаковку, створення сховищ. Зрозуміло, при кращій якості виросте і ціна на товари. Російських інвестицій не так вже й багато в економіці Молдови. Захід, звичайно, активно інвестує. Є німецькі і австрійські інвестиції в автомобільну промисловість. Молдова, звичайно ж, не виробляє автомобілі, але комплектуючі у нас роблять», – пояснив Лянке. Світ шукає порятунку від Еболи. Перші результати випробувань експериментальної вакцини проти Еболи на пацієнтах засвідчили, що вона безпечна і може допомогти імунній системі людини боротися з вірусом. Вакцину, яку розробив британський фармацевтичний концерн, ввели в кров 20 добровольцям у Сполучених Штатах. Американські фахівці назвали отримані результати обнадійливими. Ніхто з учасників вакцинації не відчував потім серйозних побічних ефектів, і у всіх організм почав виробляти антитіла. За словами медиків, випробування експериментальної вакцини проводиметься в 4 етапи. 2 з них заплановані у Західній Африці, яка найбільше потерпає від лихоманки. Губернатор Одеської області Ігор Палиця залишається на посаді. Про це повідомила прес-секретар губернатора Анна Філімонова. За її словами, він сьогодні не реєструвався на першій сесії Верховної Ради 8-го скликання і не отримував мандат народного депутата. Також чиновник пообіцяв оформити всі необхідні документи про відмову від мандата нардепа. Найближчим часом губернатор дасть прес-конференцію і розповість докладніше про свої плани.
Як стало відомо, в четвер Ігор Палиця зустрічався з президентом України Петром Порошенко. Було прийнято рішення про те, що він продовжить свою роботу на посаді голови Одеської обласної державної адміністрації. Вопрос о передаче бюджетных назначений стал одним из главных на заседании исполнительного комитета Ильичевского горсовета, которое состоялось в четверг. Заседание исполкома провел Ильичевский городской голова Валерий Хмельнюк. Первый вопрос повестки дня касался передачи бюджетных назначений. Как доложила заместитель мэра Наталья Чумель, планируется перенаправить 700 тысяч гривен на финансовую поддержку коммунального предприятия Ильичевского водоканал, 500 тысяч гривен будут перенаправлены горжелуправлению для закупки горюче-смазочных материалов и 120 тысяч гривен предусмотрено на приобретение элементов иллюминации. Затем члены исполкома рассмотрели вопросы квартирного учета, управления архитектурой и градостроительства, службы по делам детей и опекунского совета. Исполнительный комитет принял решение о предоставлении вне очереди мест в детском саду семье военнослужащего, который находится в зоне антитеррористической операции, и семьям переселенцев. Исполком утвердил положение о проведении с 15 декабря по 10 января общегородского конкурса на лучшее новогоднее оформление магазинов, кафе и других объектов хозяйствования. С целью, чтобы поднять немного настроения нашим горожанам и гостям, отдел торговли инициировал вот проведение такого вот конкурса на лучшее оформление, новогоднее оформление магазина, ресторана, субъектов предпринимательской деятельности. По итогам работы жюри будет присуждена денежная премия от 3000 до 1000 гривен, в зависимости от места. Но, тем не менее, самая лучшая победа – это будет хорошее настроение для наших ильичевцев. Приглашаем всех наших предпринимателей отозваться на предложение городских властей поучаствовать в конкурсе на лучшее оформление, новогоднее оформление своего предприятия. Также были заслушаны вопросы о подготовке и проведении приписки на призывном участке, о награждении почетными грамотами и другие текущие вопросы, касающиеся жизнедеятельности города. А зараз офіційна інформація. У п'ятницю, 29 листопада, з 11 до 13 години у залі засідань Ільичівського виконкому на третьому поверсі в кабінеті номер 300 відбудеться особистий прийом мешканців міста Ільичівська начальником департаменту зовнішньоекономічної діяльності та європейської інтеграції Одеської обласної державної адміністрації Євгенію Сергіївну Волинець. Попередній запис на прийом у кабінеті номер 307 Ільичівського виконкому та за телефоном 65343. Вопросы о порядке размещения, установки и эксплуатации технических элементов телекоммуникационных сетей в городских зданиях, а также обслуживания льготных категорий населения в общественном транспорте были основными в повестке дня комиссии по вопросам промышленности, транспорта и связи. В отличие от областного центра, в нашем городе отсутствует коммунальный транспорт. Все перевозки по территории Ильичевского городского совета осуществляют частные фирмы. Согласно действующему законодательству, перевозки выполняются фирмами, которые обслуживают пригородные маршруты, междугородние маршруты, и заказчик их является Одесская областная администрация. И, естественно, наши, которые выполняют перевозки по городу, заказчиком является исполнительный комитет Ильичевского городского совета. С фирмами-перевозчиками у ильичевских городских властей работа налажена и ведется конструктивный диалог с руководством транспортных предприятий. За последний год количество жалоб сократилось значительно. Руководство предприятий принимает строгие меры, конкретно с каждым нарушителем правил перевозки, и нам работать с ними довольно легко. Вопросы перевозки населения Ильичевской территориальной громады, в том числе и льготных категорий граждан, был рассмотрен на заседании комиссии по вопросам промышленности, транспорта и связи. Депутаты не услышали, что есть какие-то нарекания, и я как депутат Ильичевского горсовета и в этой комиссии тоже ко мне никаких жалоб от жителей города Ильичевска не было по этому вопросу. На заседании постоянной комиссии депутаты также заслушали информацию руководства городского центра коммуникации предприятия «Укртелеком». Предприятие работает, хотя уже в частных руках. Один из вопросов был, это
система оповещения жителей города Ильичевск. Раньше были радиоточки, сейчас осталось, по его докладу, 1400 абонентов этих радиоточек. И в половину сократилось количество абонентов телефонной связи. Конечно, он поделился с нами своими проблемами, которые существуют на предприятии, но, тем не менее, город без их работы не может. И все делают они для того, чтобы сохранить в Ильичевске связь такую вот проводную. Еще один важный, но до сих пор не решенный по объективным причинам вопрос – это взаимодействие горжелуправления с телекоммуникационными компаниями. Все мы видим и ощущаем на себе, вот как ильичевцы зависели как паутиной, кабелями, вот, проводами. И наше жилищно-коммунальное хозяйство пытается вместе с нами, с депутатами, бороться над тем, чтобы это все упорядочить, но так как нет еще законодательного, на законодательном уровне вопрос не решен взаимодействия местной власти и этими компаниями, вопрос еще висит в воздухе, так как висят провода над нашими домами. Предоставленную по вопросам повестки дня информацию депутаты приняли к сведению. А зараз інформація Ільичівської податкової служби. Податкова інспекція міста Ільичівська нагадує, що з 1 січня 2015 року стартує кампанія декларування громадянами майнового стану та доходів, отриманих ними протягом 2014 року. Згідно з положеннями Податкового кодексу України, термін подання річних податкових декларацій про майновий стан та доходи, отримані фізичними особами у 2014 році, встановлено до 1 травня 2015 року. Для спрощення процедури подання декларації в органах Державної фіскальної служби функціонує сервіс декларування онлайн. Державна податкова інспекція у місті Ільичівську запрошує фізичних осіб до подання податкових декларацій про майновий стан та доходи в електронному вигляді. Подання податкової звітності в електронному вигляді має багато переваг – безпаперового подання звітності, уникнення витрат часу на черги, здійснення арифметичного контролю за показниками декларації, надходження підтвердження прийняття звітності. В електронній формі платники податків можуть подати податкову декларацію до контролюючих органів засобами електронної пошти через інформаційний портал Державної фіскальної служби України. Для цього необхідно отримати електронний цифровий підпис, який безкоштовно видається акредитованим центром сертифікації ключів інформаційного довідкового департаменту. Завантажити сайт акредитованого центру сертифікації ключів програмне забезпечення, встановити його на комп'ютері та виконати необхідні налаштування. Авторизуватися за допомогою особистого електронного ключа та розпочати роботу. Для отримання послуги електронного цифрового підпису фізичні особи можуть звернутися до найближчого відокремленого пункту чи представництва акредитованого центру сертифікації ключів. Фізичним особам необхідно надати наступні документи – заповнену та підписану реєстраційну картку у двох примірниках, копію перших чотирьох сторінок паспорту заявника, засвідчених власноручним підписом власника паспорту, в разі якщо через релігійні переконання фізична особа відмовилась від ідентифікаційного коду, копія сторінки паспорту з відміткою про таку відмову, копію облікової картки платника податків чи довідки про присвоєння ідентифікаційного коду. В среду состоялось заседание Координационного совета, посвященное подведению итогов городских акций «Опека» и «Урок». Самые активные участники акции – сотрудники городского отдела милиции, Ильичевской бассейновой больницы, а также опекуны – были награждены грамотами и благодарностями Ильичевского городского совета. Ежегодно в последние дни ноября служба по делам детей Ильичевского городского совета проводит координационный совет с участием всех специалистов, причастных к проведению городских акций «Опека» и «Урок». Сегодня мы благодарили наших партнеров, наших коллег за активное участие в проведении городской профилактической акции «Опека». Также мы сегодня награждали грамотами городского головы самых активных участников. Среди награжденных Лариса Николаевна Татарчук, врач-педиатр высшей категории Ильичевской бассейновой больницы на водном транспорте. Медики детского отделения, как никто другой, понимают значение материнской ласки и тепла. Так случилось, что в детском отделении находились осенью двое детей, оставленных родителями в больнице. И мы очень рады тому, что
детей забрали в семьи, никакая любовь медицинских работников, их ежесекундный, ежеминутный уход не заменит материнских рук, материнской любви. И мы очень рады, что дети из детского отделения ушли в семьи, к своим мамам, папам, бабушкам, дедушкам. Профильные службы горосполкома особенное внимание уделяют семьям опекунов и детям, находящимся под опекой. Все дети охвачены заботой городской власти. Все у нас, так скажем, приступили к занятиям. Все у нас находятся в семьях. К сожалению, в этом году у нас, конечно, ряд детей попали в школы-интернаты. Так получилось, что не было родственников, числа родственников, кто бы забрал детей под опеку. Но зато у нас были и усыновлены детки, которые были оставлены без родительского попечения. То есть мы следим и контролируем, и ни один ребенок у нас не остается без внимания. На территории Ильичевского городского совета воспитывается 130 детей, находящихся под опекой. Специалисты службы по делам детей контролируют ситуацию в семьях опекунов и отмечают, что эти семьи пользуются всеми социальными гарантиями, предусмотренными государственными и городскими программами. Уже несколько недель во дворе домов Карла Маркса 11 и 1 мая 17 ведутся раскопки. О том, кто и зачем проводит эти работы, выясняли наши корреспонденты. Об уютном дворике между домами Карла Маркса 11 и 1 мая 17 знают многие жители города. Благодаря тому, что тут расположено несколько детских площадок, здесь всегда гуляет много детворы. Однако уже в течение длительного времени в этом дворе ведутся работы, которые доставляют много хлопот жителям здешних домов. Вы знаете, немножечко есть, комфорт есть. И именно сейчас, когда вот эти работы происходят, обязательно надо приглядывать за детками. Эти раскопки связаны с электромонтажными работами по прокладке кабеля к одному из ближайших кафе. Хочу успокоить своих избирателей. Прокладывается электрический кабель к объекту. Все согласования с 10 службами, городскими службами есть. В течение недели, значит, кабель будет проложен, асфальт восстановлен, ну, все будет, ничего не повреждено. На сегодняшний день здесь выполняются земельные работы, и уже на днях начнется непосредственная прокладка кабеля длиной 140 метров. По словам исполнительных работ, уже в скором времени двор приобретет свой прежний вид. Сегодня-завтра мы будем прокладывать кабель. Проложим его, засыпем все на место, спланируем, все сделаем, вывезем остаток грунта, тут не будет. Все сделаем чисто, будет аккуратно. А потом уже автодором, у нас есть договор с ним, они все восстановят. Асфальт, бетон, там, где мы еще нарушили. Все работы здесь планируют завершить в течение одной недели. А пока что жители этого двора, особенно те, у кого есть дети, должны быть максимально бдительными и соблюдать правила безопасности. По сведениям Ильичевской госавтоинспекции, в период с 20 по 27 ноября на территории Ильичевского городского совета произошло 3 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. В воскресенье 23 ноября в 21 час на улице Победы сбили пешехода. По улице Победы в направлении улицы Транспортной двигался автомобиль БМВ. Напротив дома 15Г машина сбила пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте. В результате аварии пешеход закрыт черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, открытым переломом левой голени, был доставлен в реанимационное отделение Ильичевской больницы. В понедельник, 24 ноября, 18 часов 15 минут, на улице Ленина произошла авария. На парковке магазина «Таврия В» по улице Ленина, 35, водитель автомобиля «Сузуки» не убедился в безопасности маневра и при изменении направления движения сбил пешехода. В результате пешеход с закрытым повреждением коленного сустава и ушибом голени доставлен в больницу. Во вторник, 25 ноября, в 14 часов в поселке Александровка сбили пешехода. По улице Ленина со стороны улицы Победы в направлении улицы Шевченко двигался автомобиль зеленого цвета, марка и госномер которого неизвестны. Возле дома номер 7 машина сбила несовершеннолетнего пешехода, который двигался в том же направлении по обочине справа по ходу движения автомобиля. В результате пешеход с ушибом руки и ноги самостоятельно обратился в больницу.
Информация о дорожно-транспортных происшествиях является первичной. Материалы находятся в следственном отделе Ильичевского городела милиции. Проводится проверка. В пятницу 28 ноября у православных христиан начинается рождественский пост, который продлится 40 дней. Таким образом, верующие готовятся к празднику Рождества Христова. Рождественский пост в церковном уставе еще именуется Четыридесятницей или Филиппов пост, так как начинается он со дня святого Филиппа. Апостол Филипп является одним из тех апостолов, которых Господь избрал для своего служения. Как и подавляющее большинство апостолов, он окончил свою жизнь мученическую, засветил свою жизнь мученичеством за Христа. Проповедовал и как язычникам, так и иудеям. Этот пост считается нестрогим, но тем не менее в его соблюдении есть некоторые особенности. В посте человек ради Христа жертвует самым дорогим для себя. В традиции, конечно же, это чаще всего речь идет о продуктах, но тем не менее, самое главное в посте, мы должны больше уделять внимание душе. Относительно вкушения продуктов, то, конечно же, мы не вкушаем мясную молочную пищу. Всегда хочется особенно, конечно, отметить слова, напомнить слова апостола Павла, что не упивайтесь вином, потому что в нем блуд. От злоупотребления спиртным много бед происходит, и семейные раздоры, и зачастую, к сожалению, и нарушение криминального кодекса. То, что касается больным и беременным женщинам, тут, как говорится, как доктор прописал, потому что у каждого свое развитие болезни, свое состояние телесное. Пост совпадает с празднованием Нового года, но, по словам настоятелей храма, это не повод забывать о воздержании от многих привычных вещей. Господь создал человека свободным, свободной воли. И поэтому человек сам вправе себе ставить вопрос, нарушать ему пост, либо не нарушать. Хотя, конечно, для религиозного человека этот вопрос даже не стоит. Человек сам вправе определить себе степень поста, размер поста, количество кушаемой пищи, качество пищи, а также в какие дни ему выбирать для поста. Самое главное, чтобы все, что он делал для Христа. Для некоторых ильичевцев пост – это не только ограничение в пище, но в первую очередь время для духовного очищения. Я вот лично стараюсь рождественки и пасхи постоянно пост придерживать. И детей своих, семью, по крайней мере, пытаемся, чтобы они все-таки придерживались этого поста. В первую очередь это все-таки духовные праздники, которые люди должны чувствовать от души и от всего такого, чтобы все-таки придерживаться этого всего. Завершится Филиппов пост 7 января, в день великого православного праздника Рождества Христова. Ильичевские каратисты успешно выступили на чемпионате Украины по карате. Спортсмены нашего города принесли в копилку сборной Одесской области 4 медали. 22-23 ноября в Черновцах прошел чемпионат Украины по карате среди кадетов, юниоров и молодежи. Отдельно выступали взрослые спортсмены старше 18 лет. В чемпионате приняли участие 350 каратистов из 16 областей Украины. Состязания проходили в личных и командных категориях ката и кумите. В состав сборной Одесской области вошли представители 8 клубов Одессы и спортивного клуба «Катана» Ильичевска. Главным тренером команды был назначен ильичевец Александр Танкашкур. На чемпионате Украины выступили 5 спортсменов нашего города. В копилку области ильичевские каратисты принесли 4 медали. Александр Жумыга завоевал золото, Павел Ремизов стал серебряным призером, а Валерия Соломеина и Анастасия Осадчук получили бронзовые награды. По результатам чемпионата команда Одесской области заняла 2-е общекомандное место. Лидеры своих категорий получили места в сборной команде Украины и теперь будут готовиться к чемпионатам Европы, которые пройдут в будущем году. Гордость Ильичевска Анита Серегина, удачно выступив в этом году на Европейском первенстве Финляндии, автоматически получила путевку на чемпионат Европы 2015. На сегодня это вся информация, подготовленная для вас редакцией новостей Ильичевского телевидения. Сегодня с вами была Оксана Василенко. Всего вам доброго и до свидания.